Нужно понимать, что это лишь период, который за собой влечет, наоборот, новые возможности для голоса. Там будет столько интересных новых красок, которых не было в детском, да, голосе. Будут настоящие мужские штуки. Я думаю, что ты их тоже, да, ждешь уже с нетерпением, чтобы познакомиться с твоим голосом, с которым будешь жить всю оставшуюся жизнь. Держите. Нет, держите, ну держите, ну держите, господи, ты, боже мой. Быстрее. Врач, есть врач? Мам, скорее. Руки, руки, руки разминайте. Я врач. Положите его, пусть он болит. Руки, 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 руки. Давай, давай. Дыши носом, давай. Водички. Давай, вдыхай и выдыхай. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Да. Руки, руки. Положите его. Слушай, слушай, что говорят. Слушай, слушай. Положите его, говорю. Чего вы держите? Где доктор? Доктор? Ляж, ляж, тихо, тихо, не кричите, ребят. Надо говорить одно слово. Слушай, слушай, ты слышишь? Мам. Слышишь? 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 Отвечай. Давай. Все. Пусть ложится. Все. Ноги, 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 ноги. Воды. Воды. Расстегните рубашечку. Так, так, так. Все нормально. Ну, как? Какая